Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Большая планета Земля, и сегодня я вам расскажу про гомолоцефала. Гомолоцефал жил в меловом периоде 80 миллионов лет назад на территории Азии, длина 3 метра. У многих толстоголовых темя куполовидное, однако у гомолоцефала оно было плоское. При этом голову его сзади окружал ряд косых бугорков, шипиков и гребней, который начинался от задних уголков глаз. Глаза у него были крупные. Возможно, хорошему зрению помогало и тонкое чутье. Поскольку защитных приспособлений у этого ящера не обнаружено, он, скорее всего, высматривал и вынюхивал врагов, чтобы броситься на утек. Итак, ролик подходит к концу, но я хочу еще сказать мое мнение, ну, например, как он бы вел себя в нашей жизни. Мне кажется, если бы он жил, то люди бы его приучили и использовали как овечку. Также бы пасли в стадах и получали мясо, шерсть нет. На этом все, всем удачи, всем пока. Подпишись на канал.